Жили как-то себе красный шарик и его возлюбленная. Они очень друга любили, но нет, куда-то пропала его подружка. Это что за глубокая яма такая, ребята? Нам нужно узнать, кто это ее забрал. А ну-ка быстренько туда прыгнем сейчас. Ай-яй-яй, нет, 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 нет. Почему они взрываются какими-то красными колючками? Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, успокойтесь, который... Который, блин, вот смотрите, меня напугать хотел этот злодей. Ха-ха, получил, да? Злодей. Всем привет! Ай-яй-яй, кто-то за нами гонится. Меня зовут Спуди-Ду-Ди-Ду. И это красный шарик, который стал пиратом, ребята. Посмотрите, какая у него есть повязка красная. И такая трубка, ребята. Он главный круглый пират. Но у нас есть враги. Это квадраты. Квадраты-пираты. Квадрат-пираты. Так. Они на нас тоже очень хорошо могут нападать. И мне, ребятки, нужно с ними справиться, чтобы они не завоевали наш корабль, на котором мы сейчас находимся. Ух ты, а ну-ка уходите отсюда, это мой корабль. Все. Одного мы выгнали. Ой-ой-ой, быстрее-быстрее-быстрее. Так, тут мои пушки специально стоят, охраняющие. Ну, что-то они не сильно справились с этими маленькими злодеями. Так, взяли тут эту штуковину, и теперь нужно... Оп! Оп! Все, и теперь здесь еще хорошо получается, так как... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, отстань ты от меня! Тихо. Так, что это у нас тут стреляет опять? Теперь мне надо сюда деться быстренько. А! Все? Все вроде бы хорошо. Ну как так такое может произойти? А ну как такое может произойти-то? Готово. Да что? Почему так много этих шипов всяких? Ой, как это было близко, но нас оно не задело. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Нужно пропустить, ребята, эту штуку. А вот теперь будет, конечно же, полегче. Так, прыгаем. Ух ты, тут три двери под замком. И как-то с ними справиться-то, а? Как с ними-то справиться? Нужно что-то тоже придумать. Придумать что-то интересное. Хоп. Три. Раз, два, три. Так. Ой-ой-ой, а как тут пройти-то? Ух ты. Все-таки споймались. А ну-ка, давайте сразу туда прыгнем. Возьмем ключик. Два раза получим по голове. Так, давай, давай, давай. У-ху. Тихо, тихо. Все. Все, не достанет он нас так просто. Злодей этот маленький. Хоп. Так, две двери есть, и осталась одна дверь. Вот это вот. Раз, два, три. И забрали мы с вами ключик. Ой, чуть не выстрелила. Вот это я вовремя, конец. Вот я и договорился. Что? Что опять три двери? А ну-ка, сейчас по-быстренькому. Нет, ну вы серьезно. Так, ребята, у нас осталась одна дверь, но на этот раз только желтая. Так, давай, 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 взрывайся. Ключик мы забрали, а теперь возвращаемся назад. Все, ребята, ну наконец-таки мы прошли, наконец-таки. Так, что теперь? Ух ты. У-у-у, круто. Так, теперь тут нужно бы пройти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, давай-давай-давай, не падай, пожалуйста. Что? Ну как так возможно-то, а? Тихо. Хоп. Готово. А! Опля. Давай-давай-давай-давай-давай, шарик, давай, у тебя все получится. Ай, да больно что мне, что ж такое-то, а? Так, нужно привлечь вот этого. Споймала нас эта штука-то.
их, а как это, он что, не заметил? Да, заметил после того, как я убил. Ну вот как это пройти? Ну как это пройти, ребята? Эти пираты меня квадраты. Боже. Что? Он просто взял нас и задавил. Так, ну почти. Фух, получилось, наконец-таки. Ой, босс, ну иди сюда, босс. Наконец-таки я теперь смогу с тобой сразиться. Главный ты злодей мой поселился, корабле моем. А ну-ка, уходи отсюда. Так, сейчас тебя камнем-то, а? Бабах! Давай, подходи. Так, подождем тут пока. Все, он пошел на другую сторону, и теперь кидаем. Хорошо. А! Как же нам не его перепрыгнуть, а? Нет, все-таки он нас задел. Ха-ха, получил, да? Злодей. О, ребята, он сейчас на центр появится, да? Тихо. Оп. Всё. А. Отлично. Всё, ребята, мы с ним справились. У-ху. Так. А это что такое? Какие лазеры еще? Эй! Нет! Так. А как же мне тут пройти-то, а? Тихо. Ждем. Так. А! Ура! Ребята, мы спасли нашу возлюбленную и прошли этот сюжет. Так, что это такое, ребята? Что это такое? Конец, красный шарик. Нет. И ты не знаешь, кто я, но я великий колдун. Я пришел с ними поработить твой мир. И у меня есть мысль сделать из квадратов треугольников, но не обычных, а заколдованных. Теперь тебе конец, красный шарик. Thank you.